Сегодня в Сарове вещают более 20 радиостанций. Каждый слушатель, независимо от возраста, пола и музыкальных предпочтений, может найти себе радио по душе. Одни из наиболее популярных в нашем городе станций – «Радио 7» на Семи Холмах и «Серебряный дождь». Помимо музыки и интересных передач, в эфире идут выпуски новостей нашего города. Их составляет и читает Константин Перевозчиков. Здравствуйте! В студии с новостями нашего города Константин Перевозчиков. Спасатели предупреждают. В ближайшие сутки на территории Нижегородской области возможно резкое ухудшение погодных условий. Сегодня радио доступно каждому. Несмотря на свой почтенный возраст, оно по-прежнему динамично развивается и остается одним из самых востребованных у аудитории средств массовой информации. И сейчас, когда очень многие люди проводят несколько часов в машине, добираясь на работу, с работы, это, конечно, более актуально для мегаполисов, но и в нашем городе, я думаю, все прекрасно понимают, какие пробки по вечерам и по утрам. Это имеет место быть, и люди слушают. Радио – это не только дикторы, редакторы и журналисты. Огромный пласт работы лежит на плечах технических специалистов. Наш отдел ежедневно работает и контролирует качество эфира радиостанции, чтобы горожане слушали, чтобы не было претензий. Это на самом деле очень объемный, ежедневный, можно сказать, ежеминутный контроль. Помимо Всемирного дня радио, в нашей стране отмечают еще один праздник. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Именно в этот день в России празднуют День радио. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.